Ну, в общем-то, до момента с пенальти мы выполняли свою установку, понимали, что ввязываться в открытый футбол, по крайней мере, в первой части матча с Краснодаром не было смысла. И довольно-таки строго играли в атаке. К сожалению, ошибка привела к пенальти. Пришлось скрывать игру, и дальше, мне кажется, она и стала интереснее, бою до острова. Хотя и в первом тайме моменты были в другой, и в одной, и в другой стороне. Ну, я думаю, что исполнительское мастерство футболистов Краснодара, индивидуально довольно-таки сильные футболисты, и они решили исход матча. Хотя вообще, мне кажется, игра должна была понравиться зрителям, особенно концовка, наверное, в напряжении, такие матчи нравятся. Если брать в целом игру, то как мы исполняли, перестраивались в обороне, мне понравилось на самом деле. Каких-то особых моментов Краснодар практически не создавал, хотя имеет довольно-таки сильных индивидуальных футболистов, и которые хорошо комбинируют. В общем-то, в этом плане мы противостояли. Игра в атаке, ну, мы допустили большое количество брака для нас в этом матче, и это было, наверное, заметно.